Старт поединка, полная арена, отличный хоккей. Команде Владимира Крикунова отступать некуда. В этом матче нужна только победа. Стоит отметить, что перед действующим обладателем главного трофея КХЛ наши ребята не стушевались. Всего 2 минуты потребовалось Максиму Рыбину, чтобы привести в экстаз ледовый дворец «Нефтехимик». Нижнекамцы реализовали большинство. Правда, уже спустя 9 минут лишнего разыграли и магнитогорцы. Шайбу забросил Ян Коварш. 1-1. Следующий гол зрители увидели на первой минуте второго игрового отрезка. Григоренко умело подставил клюшку после броска Андерсона. Счет стал 2-1 в пользу «Нефтехимика». Дружина Крикунова продолжила давление на ворота гостей. Увеличил преимущество хозяев Рыбин. И вновь наш капитан отличился при игре в неравных составах. При счете 3-1 команды ушли на последний перерыв. 50 секунд прошло с начала третьего периода, как свое слово сказал Данис Зарипов, который после передачи партнера по команде сократил отставание в счете 3-2. Началась игра нервов. «Нефтехимик» прижался к своим воротам, гости пошли отыгрываться. Сбавил пыл соперников Егор Миловзоров. Воспользовавшись ошибкой защитников «Металлурга», форвард забросил 4-ю шайбу. 4-2. Нижнекамцы одержали важную победу и сохраняют призрачные шансы на попадание в розыгрыш плей-офф. Ведь, как говорится, надежда умирает последней.